Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1374, события дня. Псалом 33:20. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. За 20 сентября 2019 года. Обращение. Я буду прокручивать. Курсором останавливайте и можете прочитать.
Ну что делали? Утром горох просеяли. Утром я пришел. Ровно в 5 молиться начинаем. В 4:40 подъем. Иду, ветер сильный. Я сказал Володе. Ну и помолились. Позавтракали. В 7 уже. И сразу на ветру стали провеивать горох, который собрали, рассыпанный. Вчера, что вечером, богослужение было, потому что 20 сентября, а 21-го рождение Богородицы Преснодевы Марии. Там пришлось быть. Идет уборка, что-то там с комбайном возится Игорь Терентий, Алексей Семенович Сиськов приехал больной на богослужение. Виталий Устинов с сыном на мотоцикле с люлькой. Тоже сегодня редкость просто. Вот так прошел один день. Благословенный. Аллилуйя.